Коллективная ответственность за что? Мы вне политики, и нам вообще плевать, что происходит. Виноваты те, кто поддерживал эту войну. А мы-то здесь при чем? Мы невиновные жертвы пропаганды и не несем никакой ответственности. Виновата во всем она. Мы просто выполняли свою работу и следовали методичке. Мы же никого не убивали. Виноваты те, кто воюет. Конечно же, мы не хотели грабить, убивать и насиловать. Мы просто исполняли приказы. Виноваты те, кто их отдавал. Мы вообще не хотели начинать войну. Мы просто исполняли волю верховного главнокомандующего. Что? Постойте! Я не виноват! Чертов двойник, чуть страну не угробил. Ну что ж, а теперь, когда все виновные понесли наказание, пора строить прекрасную Россию будущего. И никаких репараций Украине?